Да, поддержку, к сожалению, я не могу ощутить полноценно, так как у нас нет выхода в интернет, у нас нет полноценного доступа. Поэтому все, что происходит, ну, единственное, что мы можем на голосовании узнать, за кого голосовали все-таки зрители, нам не озвучат, с каких стран, с каких городов, но я сердцем чувствую, что моя страна голосует за меня. Город Сумгаит, я родился там, и мы переехали в Россию, в Ростов, собственно. Как часто вы там бываете, как часто в Баку я бываю ежегодно и несколько раз даже в году, минимум месяц я там. Точно. К сожалению, я не так хорошо знаю свой родной язык. Я его понимаю, но разговаривать пока я не умею, потому что, ну, умею, но это выходит иногда нелепо, так как у меня нет практики общения, да, на постоянной основе. Поэтому сейчас исполнить на своем родном языке я не могу. Но я верю, что у меня в ближайшее время я буду стараться, я подойду к тому, чтобы хорошо владеть своим родным языком и исполнить песню на родном языке. Честно сказать, я рассчитывал все-таки на своих зрителей, слушателей. Я верил, что они поддержат меня, я верил, что мы сможем преодолеть этот барьер. Я уверен, что еще не раз мне придется это делать, и я буду преодолевать его. Если я покидаю проект в финале, а это будет именно так, я начинаю выпускать свой альбом. То есть у меня уже был готовый практический альбом, я буду выпускать ежедневно, там, еженедельно, продумывать каждый ход, и буду выпускать песни, клип, обязательно сниму в Баку что-нибудь. А я читала еще, что у вас нет музыкального образования. Хотите ли вы, может быть, поучиться музыке профессионально, или, на ваш взгляд, главное, вот что идет изнутри, и талант? То, что идет изнутри, у меня уже не отобрать. Сейчас нужно просто изучить азы и важные факты, да, вот, музыкального составляющего. Это мне необходимо, я буду это изучать. А основное – это то, что во мне уже зарыто, уже никуда не денется.